Сейчас мы идем к башне Чабанкале. И зная о том, что снова придется подниматься, мы одели кроссовки. Дорогие друзья, я на вершине. Это того стоило, конечно, одышка аж мучает, но это потрясающе. Даже не представляете, какой шикарный вид открывается отсюда, с высоты птичьего полета. Нереально красиво. Супер. Ну вот на этом мы, наверное, закончим экскурсию на Чабанкале. И возвращаемся к машине. Едем по Лушту, поселок Утес. Недалеко от поселка, если не ошибаюсь, Рыбачья, на берегу стоит вот такой вот замечательный храм. Так понимаю, что он достаточно новый, но он божественный. И снова мы возвращаемся к рубрике «От цивилизации 21 века». Храм, табличка и... Та-дам! Позор.
Чудесное лето, на место лучше не сыскать. На Черноморском побережье мы будем смену отдыхать. А Луж-то рядом, и море рядом, с водой прозрачной, чистой, как слеза. Эх, раздолье, братцы, эх, приволье, братцы, ах, какая красота. Какая красота! На берегу мы жарим спины, ногами учимся болтать. Мы будем плавать, как дельфины, нам нужно только подождать. А Луж-то рядом, и море рядом, с водой прозрачной, чистой, как слеза. Эх, раздолье, братцы, эх, приволье, братцы, ах, какая красота! Раздолье, братцы, приволье, братцы, какая красота!